С 23 по 29 марта в городе Анапа проходил ежегодный международный турнир по футболу «Футбольные надежды». В турнире принимало участие более 40 команд, среди которых были воспитанники Гагарской детско-юношеской спортивной школы. В своих возрастных группах это 2002 и 2003 годов ребята удостоились первых мест. На прошлой неделе организатор турнира Тимур Закиров лично приехал в Гагру поздравить чемпионов и вручил им кубки, медали, грамоты. Также были отмечены специальными призами лучший нападающий турнира Асхат Аршба и лучший полузащитник Георгий Авджан. Тренер гагарской команды Алексей Бондаренко и его воспитанники выразили огромную благодарность всем, кто оказал помощь для участия в данном турнире. Наши футболисты во время турнира забили 27 голов и пропустили один всего-навсего. Играли с такими командами, как в финале мы встретились за первое место с «Факелом» Воронеж, а третье место заняла «Академия Краснодар». В финале уверенно переиграли 2-0, потому что кубковая игра, конечно, она красиво не получилась, финальная игра, потому что, ну, так обычно бывает, финальные игры, они бывают тяжелыми. Ну, мальчики достойно выступили, не дали соперникам ни шанса. Хочу сказать большое, огромное спасибо всем тем, кто стоит рядом с нашей командой, кто поддерживает ее, родителям все, которые непосредственно, не просто заочно, а очно ездят, болеют, принимают участие в жизни команды. Огромное спасибо, огромную признательность спорткомитету города Гагра и администрации Гагринского района. Большое спасибо.